Мужчины во фраках, невесты, похожие на Ундин. На каждой длинная прозрачная фата на голое тело. Стол, вокруг которого клоуны. На столе женская голова, поющая сладчайшие любовные арии. Это загадочное начало своего рода эпиграф. Предваряет он спектакль «Дачники», провокационный дебют режиссера Евгения Марчелли в Омском театре драмы. Дебют случился 10 лет назад, и с тех пор театр объездил с этой постановкой половину Европы. В 2004 году спектакль был номинирован на «Золотую маску» в двух категориях. Когда мы приехали на следующий год в Москву, то все подходили, зрители говорят: «А что вы не получили? Почему?» Говорят: «Ну почему?» «Потому, наверное, не получили. Вы же должны, вы должны». Мы смотрели, мы, говорит, смотрели все «Золотые маски», которые привозили. Когда омские зрители увидели постановку впервые, для многих она стала шокирующей. Марчелли обвиняли в излишней откровенности, насмешке над классиком. Но сегодня этот спектакль самый долгоиграющий в репертуаре «Омичей». Его с удовольствием актеры играют и берегут этот спектакль. Именно потому, что есть решение, абсолютное, четкое, современное, режиссерское решение драматургии Горького. «Дачники» – это злая насмешка над современной интеллигенцией. Максим Горький писал ее как пародию на пьесы Чехова. У постановки Марчелли есть подзаголовок «Игры между мужчинами и женщинами». И игры эти брачные. Каждый герой хочет любви, добивается любви, отказывается и снова жаждет ее. Как мучительно трудно быть женщиной. Надо быть человеком! Мария Ульянова, Сергей Таиров. Объективно. ННТВ.